вас приветствуем из Казани. Это стадион Акбарс-Арена. И, казалось бы, здесь мы собрались для того, чтобы посмотреть очередной матч российской премьер-лиги. Начался отсчет на Акбарс-Арене. И очень эмоционально сегодня здесь на трибунах. Итак, поехали. С мячом хозяева поля и сразу смотрим на расстановку. Да, чуть ниже играет Иванов. И посмотрите, как будто моя информация подтвердилась. Рубин не играет сегодня флангами. И первый момент, и сразу Фомие в первой же атаке. Да, было нарушение правил. Но Джоэль Фомие очень здорово открылся, очень здорово прокинули мяч и сделал это техничный Тимур Жамалетдинов. Продолжается атака Уфы. Навес. Здесь Касидура может завершать эту атаку, а вот это момент Уфы. Вот так он и делает. Абшасов освобождается от Камилова. Прострел. Фомие в штрафную выбирает мяч под правую. Бьет в ближний. Опасно. Первый опасный момент у ворот Уфы. Навес на дальнюю штангу. На этот раз опасно. Может быть, удар. Справляется Дюпин с ним. От газона очень здорово. Очень долго принимает решение, но, видимо, Кабутов собирается навесить. Нет, он пробил ближний угол. С трудом справляется с этим моментом. И на добивании не успевает Камиль Мулин. Никто из футболистов Уфы не дотягивается до мяча. Рубин отбивается. Ох, похоже, это страшно. Ох, вы все сами видели. Лисакович неплохо себе подработал. Убирает под левую. На замахе теперь под правую. Бьет дальний угол и не попадает в ворота. Ну вот и именинник Кирилл Косарев перехватывает. Хорошо, здесь Иванов высоченный в своей штрафной играет. Выбивает мяч Фищенко. Вновь его отправляет в штрафную. Удар по воротам Крестовина. Выбить мяч должен Грицаенко. И делает это без проблем. Вот это момент. Что я там говорил про Уфу? Устали? И все. Звучит финальный свисток.